общем, ребят, потерял я стопак, стекло. Открутился он просто-напросто, видите. Сейчас поеду искать, ну, там, где ездил. Может быть, найду, может быть, нет, не знаю. Буду ехать потихоньку, в шапке, без каски, на мопеде вот на этом. Вы знаете, это даже лучше, чем на Хонде. Я не ожидал. Что на этом мопеде мне сейчас будет ехать приятнее, чем на Хонде. Вот себя нужно тоже к собакам приучать. Я их боюсь очень сильно. И нужно вот приучать себя не бояться их. Все, подъезжаем к собакам. Там их целая свора. Тут мусор все выбрасывают под кручу. СТПК не видели мы его. Собаки во дворе закрытые, вон они, под забор пытались вылезти. Ну-ка, вот здесь может быть он. Может, кто-то поднял уже мой стопачок. Как-то продавался за 300 рублей. А мне не было 300 рублей. Это были большие для меня деньги на тот момент. Ну, это было полгода назад, год. И я не купил этот стопак. Там с корпусом вместе, даже, наверное, с лампочками. Теперь, вот видите, потерял, и запаса у меня нету никакого. Обидно. Ну, буду надеяться, что я сейчас проеду и найду его. Заодно есть повод прокатиться. Вот что вибрация сделала. Ну и плюс я еще эндурил там. Вообще такой спокойный мопед у меня, удобный. После того, как я опустил подножки, стал еще удобнее. Лапка эта поменена, откидывающаяся. Конечно, вот быстро ехать продувает эту кофту мою красную, но вот тихонечко так, 35 км в час, самое то вообще классно. Стопачка не видно. Можете меня спросить, чтобы я выбрал плохую планету убитую, или чтобы я выбрал, например, или вот такого Ориончика. Я вам скажу честно, я бы выбрал Ориончика и планету. Забрал бы их вместе, двух сразу в себе, и катался бы по очереди.
А если бы мне надо было, выбор был бы что-то взять одно, я бы взял один Ориончик и одну планету. Пока стопочка моего не видно. Вообще вот переключается бесшумно. Вообще классно. Я, наверное, понимаю, почему люди UBR-125 любят. Он побольше немножко, но не такой большой, как мотоцикл. Плюс он едет нормально. Ну, 90. Допустим, 90 едет, это уже нормально. Пока стопочка не видно. Вот здесь я наподдавал как бы скорости. Может быть, где-то здесь он отвалился от большой скорости, знаете, как делал. Там еще мужчина собачку выгуливал, я так боялся, что собачка на меня набросится. Вот он, стопочок мой, я его нашел. Как раз где мужчина выгуливал собачку. Я тут как раз дрестанул сильно. Сейчас заглушу. Видите, ребят, мне очень сильно повезло сегодня вообще с вами. То, что я с вами поехал. Стопачок свой нашел, вон он валяется. Вот он, красавчик мой. Значит, где-то здесь монетка с болтиком чуть раньше открутилась. Если он где-то полетел сюда, где-то вот здесь она открутилась. Там двухкопеечная монетка просверленная, как шайбочка такая. Ну, монетку, наверное, я не найду. Хотя, если вы будете смотреть, может, вы и найдете. Где-то вот здесь она примерно, получается, открутилась. И он полетел. Ну, хорошо, что нашел. Сейчас в карман положу. У меня карман такой общий, слева направо. Ну, как у кенгуру. Карман кенгуру. Кенгурятский карман. Вот. Сейчас монетку поищу. Монетка, может, дальше покатилась. Она советская была, с дырочкой. Монетку вряд ли найдем. Это металлоискатель надо. Ну вот. Не зря я поехал. Можно вот так кататься. Просто. Ну как называется, пердячим паром. Без мотора как бы. Ножками. Машина летит сзади, как бы она меня не задавила. Здрастер какой-то поехал. Ну, монетки не нахожу. Было бы прикольно, если бы монетку нашел бы. Видите, как он у меня застанчивает?
очень сильно застанчивает. Аж меня этот, как это, в забу дыхание сперло. Орион Грифоныч. Сзади машина едет. Какая-то. Сейчас буду разворачиваться, поедем обратно. Но уже нет машины. Видите, он прям снизу подтягает. Вообще, мопед знатный у меня. Монетку ищу. Видите, как тянет хорошо? Прям. Так, вот там возле пакета, да, валялась. Монетка может быть где-то здесь. Ну ладно, я ее потом найду. Будем сюда приезжать искать. Ориентир вот это дерево. И с ворот в лес. Сейчас максималочку здесь сделаем с вами. Да? Нормально едет, да? Чётенько. Вот поэтому, если бы мне надо было выбрать либо планету, либо Ориончик, я выбрал бы и то, и другое. А что выбрали бы вы, ребята? Какой выбор бы сделали вы? Напишите комментарии свои, пожалуйста. Можете писать, что Орион говно, планета сива, или наоборот, кому что нравится. Я немножко испугался. Ну, какой-нибудь питбайкер, он как раз бы тут с этим, с дверью, с этим дядей уехал бы. Прям вот так вот, так они ездят. Здесь живут люди, поэтому я еду тихо. Меньше 40 км в час. Без газа, вообще сброшенный газ. Не пердю, не тарахтю. Не шумлю, не пылю. Не делаю неприятностей людям, которые здесь живут постоянно. Воткну и потихоньку поеду. Знаете, я хотел бы, конечно, а может быть и получится у меня где-нибудь прикупить вот такой двигатель кабловский, ну, вперед цилиндр, которого торчит, с объемом, например, 1600.
тачку будем угонять? Нет, пешком пойдем. Ты что-то часто стал тупого включать. Вот, они такие бывают. Вот 1600 и вот на этот мопед поставить, ух, это было бы вообще просто бомба. Я просто вот, ух, было бы хорошо. Ну, конечно, вы напишите, что такой мотор прям поломает. Поломает этот самый, как его. Гляньте, хром какой звук. Только здоровался с тобой. А куда ты уехал? На Юпитере или на планете. На Изаке. Ну я-то был тот же. Ты 100 лет не видел, да? Да и ты столько не видел, ничего страшного. Здорово. Здорово.